гуляют по свету, ночь запрягая в карету, сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах, а принц Белоснежку полюбит, а жадность Кощея погубит, по зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. В смене для участников образовательно-оздоровительного проекта «Академия творчества» прошло торжественное открытие смены. За 21 день мальчишки и девчонки пройдут творческие пробы, примут участие в работе различных арт-площадок и мастерских декоративно-прикладного творчества, познакомятся с современным искусством и разработают карту индивидуального творческого развития. По словам сменовцев, они хотят получить много новых знаний. Я просто обожаю лагеря, и я всегда хотела, чтобы именно за 21 день у меня появилась куча много новых друзей, и я получила ту дозу, так сказать, энергии, и я буду ходить на танцы. Я жду от смены много эмоций, найти новых друзей, на море сходить и повеселиться хорошо. На направление я пойду на школу ведущих, вот. Учиться разговаривать. Мальчишкам и девчонкам презентовали такие направления, как клоунада, эквилибристика, изобразительное искусство, световая графика, хореография, диджеинг, журналистика, ивент, арт-лингвистика, театральная и вокальная студия, жонглирование и другие. По итогам смены состоится большой арт-фестиваль. Каждый участник получит свидетельство о дополнительном образовании.